Вызов брошен. Шпаги звон для депутата и руководителя губернской федерации фехтования Михаила Дегтярева стал поводом ввязаться в бой с европейскими чиновниками. Его подопечная, 19-летняя Алена Комарова, на тренировку которой под руководством парламентария попала Тера, почти каждый месяц участвует в европейских турнирах. Санкции, введенные против Дегтярева в прошлом году и запрещающие посещать Европу, по словам девушки, лишают ее неоценимой поддержки. Он очень поддерживает очень меня, и он психологически мне очень помогает. Я бы хотела, чтобы он дальше со мной везде ездил, потому что его поддержка мне очень важна. И, ну, не знаю, я хочу ему сказать вообще спасибо за все. Лидер сборной своего возраста переехал в Самару из бедствующего Луганска 2 года назад. Интересы спортсменки, которая в 2020 году может стать участницей Олимпийских игр, депутат ущемлять не позволит. Я принял решение спортивного интереса подать в Европейский суд в Люксембурге с тем, чтобы оспорить внесение меня в санкционный список. Связано, конечно, это и с спортивным интересом. Мне хочется, чтобы европейские бюрократы объяснили, без веселых картинок, как они любят, газетных вырезок, как я лично угрожаю суверенитету Украины. По мнению Михаила Дегтярева, судебное разбирательство он выиграет. Однако процесс может растянуться на несколько лет.